А что ты делаешь, Кирочка? Классно, посмотрите. Что посмотрите? Вот. Что это у тебя? Мультик. В 3D? Да, 3D, да. 3D очки. Угу. Нравится. Угу. И носик можно почесать. Удобно, да? Да. Картонные 3D очки. По ссылке в описании с Алиэкспресс. По ссылке в описании с мультиком. Ну, мы же закажем на Алиэкспресс такие же, только пластиковые. С резиночкой можно сделать, чтобы не держать, да? Да. Ну, расскажи свои ощущения, как тебе нравится? Классно, мне можно вверх, вниз смотреть, и они как хотят делают. Как хотят? Вот даже руки моей не видно. А они там все делают, да? Тебе хоть нравится? О. Дай на секундочку. Супер очки. Да, супер очки. Ух ты! Да. Вот это графика! Его зовут Шепту. Вот это да! Прошу вас, найдите его. Я заплачу, сколько скажете. Ну, ложитесь на свою мишку. Удобно тебе? Тебе удобно? Удобно, удобно. Сеньор в сапогах. Дай на секундочку. Только быстренько. Быстренько? Мы заглянем чуть-чуть. Ух ты! Вот это да! Все. Покупайте такие очки, они очень классные. Очень крутые. Теперь ты самая крутая, да? На нашем районе. Классно. Только резинку надо, чтобы с головы не спадали. Да. Я кот в сапогах, и страх мне не рядом. Ну ты, в общем, одобряешь, да? О. Как, покажи еще раз. Во. Во. Это лучше, чем читать? Да? Это классно. Лучше, чем читать? Да. Но надо же почитать книжку. Угу. Потом. Говори пока-пока. Пока-пока. Ребенок ушел в 3D. В виртуальную реальность. Теперь ты с нами уже не общаешься, да?